Образцовому региону в вопросах межэтнических отношений «Дом дружбы» уже найдено подходящее помещение. В Мурманской области 120 национальностей. Их представители разместятся в Доме дружбы, открытие которого несколько лет добивались общественники. На встрече с представителями диаспор и религиозных конфессий губернатор Марина Ковтун поделилась мнением, что в Мурманской области проблема национальной или религиозной вражды не является болезненной, а благополучие жителей региона – любой национальности и веры – главная задача правительства. В настоящее время в области действует рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений и совет представителей коренных малочисленных народов Севера, защищающий права малых народностей. Мы, живя здесь, в Мурманской области, все-таки ощущаем, что у нас обстановка иная, нежели на других территориях. Даже если уезжаем куда-то на лето, то чувствуем, что вот у нас какая-то особая атмосфера сложилась. И вы знаете, она сложилась ведь не случайно. В свое время очень многие, едва ли не подавляющее большинство жителей Кольского полуострова сюда откуда-то приехали. Мы выросли в российском государстве, и мало того, исторически это наши прапредки еще выбрали, с кем жить нам, в какой стране остаться.